изначально, когда происходит такой звонок, это то, что ты больше всего хочешь слышать. И поэтому сразу ты веришь этому. Мне утром перезвонили, типа, здравствуйте, вы по поводу кого? Я говорю, ну, как бы вы мне звонили, вас никто не пропал. Я говорю, ну, допустим, и что? Ну, вот мы нашли вашего Якимчука. Я так, опа, говорю, а что, как, где? Да, он в плену. Нужно будет там, типа, договариваться. Кто будет за него договариваться? Я говорю, ну, я. Ну, допустим, хорошо, ну, нужно будет, значит, там, типа, собрать сумму какую-то определенную. Ну, да, хорошо, типа, не вопрос. Говорю, ну, а где там приблизительно? Ну, в Донецкой области, в каком-то там, типа, их лагере для военнопленных. Ну, типа, ладно. Потом, как бы, в принципе, уже когда как-то радостный мандраж прошел, и немножко включилось чисто логическое мышление, как бы были заданы вопросы по поводу, то есть, какой группы человек, как его там фамилия, имя, отчество, почему именно Донецкая область, они пропали в Луганской области. Ну, вполне логично было бы, что они были в Луганской области. Ну, и напоследок, как бы, был задан вопрос подтверждения. Видеозапись, фотография, в конце концов, телефонный звонок. Ну, и на всем, как бы, на все вопросы не нашлось ответов. Самый основной критерий — это доказательства фото, видео, звонок. При звонке ты можешь задать наводящие вопросы, на которые может ответить только твой человек. Фотографии или видеозапись, само собой. Ну, если этот человек есть у этих людей, им нет резона не давать тебе связываться. Лучше потом обрадоваться, чем разочароваться. В принципе, все, что касаемо денег, это вообще все подстава. То есть сколько бы ни просили, больше, меньше, это вообще все является подставой. Звонили, в принципе, из самого оттуда, именно из их местоположения, сказали, что вроде как ориентировочно они нашли такого человека с таким же позывным, такого же по возрасту, где-то в Луганской больнице, но эта информация до сих пор не проверена. Командование ничего не говорит, оно выкинуло официальную версию, которая, на самом деле, как я подозреваю, не до конца соответствует действительности. Ну и на этом дело, в принципе, все. В принципе, были вывезены тела с места боя, захоронены, с них взята ДНК. Ну и на этом пока все. Многих сейчас пытаются просто признать погибшими.